Девочки, всем привет! Сегодня я хочу показать вам свою коллекцию масочек, которые у меня есть на данный момент. Я ее планирую немножко сократить, и пока она у меня не сократилась, решила вам ее показать, потому что чем больше, тем интереснее, мне кажется. Здесь уже много претендентов в пустые баночки, поэтому я хочу показать вам, пока коллекция моя не сократилась, до вот таких вот коробочек. Меня вполне устраивают эти маски, я вам сейчас их покажу. Ну и будет пара-тройка глиняных масочек, которые как жир вытягивают из пор, а увлажняющие масочки останутся вот такие вот в коробочках. Это очень выгодно, давайте мы с них и начнем. У меня на данный момент есть три коробки, я их покупаю в подружке, когда на них идет сниженная цена, и получается здесь 30 штук в коробке, выходит одна маска где-то рублей 22 рубля, 21 с копейками. Сейчас пользуюсь вот этой вот увлажняющей утренней маской с авокадо. Такая коробочка. Здесь она вот так вот открывается. Пинцет, которым доставать. И в коробочке находятся масочки. Вот там они лежат. Уже у меня осталось там немножко. Они не засыхают. Здесь плотная герметичная крышечка. Хранятся долго. В холодильнике не храню, они у меня лежат в шкафчике. Также я по выгодной цене купила еще две недавно. Они пока запечатаны. Это утренняя масочка с кислотами. И вечерняя с керамидами, увлажняющая, по-моему, она идет, да? Да, и увлажняющая ночная маска. Корейские, я не думаю, что я буду их использовать там исключительно на ночь или утром. Мне кажется, это все равно. Вот, смотрите, что здесь написано. Их не надо смывать, держать от 10 до 20 минут. Хорошо пропитанные, они лежат прям в водичке. Очень лицо комфортно себя чувствует. Сейчас у нас отопление будет, длительный сезон. На улице тоже погода не очень, поэтому я считаю, что мне они очень даже сейчас пригодятся. Фруктовые кислоты здесь находятся. Обновляют эпидермис, стимулируют синтез коллагена. Такой самый, знаете, выгодный вариант, потому что по отдельности в пакетиках масочки брать, они обходятся гораздо дороже. Так, ну и давайте мы теперь перейдем от тканевых коробок к тканевым маскам. У меня есть они одноразовые, тоже приличное количество. Вот такое количество еще у меня есть масочек. Давайте будем их по отдельности рассматривать. И я вам сначала покажу маски, вот такие вот, это для ног, девочки, не для лица. Тканевые маски, они продаются в Литуаль, я в данном случае их брала. Держать надо час на ногах. Очень хороший дает результат, тоже беру, стараюсь, когда есть акции. То есть, если у вас какая-то огрубевшая кожа на ногах и ее уже проблематично там как-то пемзой или чем-то оттирать, то вот очень милое средство. Час выходите, потом где-то через день-два она сама слезает, прям так вот серьезно шелушится кожа ног, но потом они зато прям обновленные, как практически как у ребенка становятся. Я уже не первый раз ими пользуюсь. Я их редко использую, могу даже раз в полгода или даже реже, но результат мне очень нравится. Размер там огромный, можно покупать также для мужчин. Я сверху надеваю носки, потому что они мне слишком велики, эти маски, для более плотного прилегания. Очень, девочки, вам их рекомендую. Так, теперь давайте исключительно для лица. Буду брать прям по порядку. И начну я вам показ вот с таких симпатичненьких бутылочек. Корейские маски, они, конечно, очень привлекательны, даже за счет своего такого милого дизайна. Их я тоже брала в подружке по акции. Там часто бывает акция «Две берешь, третья в подарок». Это у нас бренд, сейчас я скажу, кто, Bevibhat, если я правильно произношу название. Это три разных маски. Одна из них идет восстановление сияния и восстановление кожи. Вот такая вот бутылочка.
Следующая маска с лимоном. Это у нас с персиком. Следующая с лимоном будет для увлажнения питания. Контролирует работу сальных желез. Это то есть для более жирных. Можно летом, например, у кого, если комбинированная, особенно летом жирница, у кого жирная, так можно и всесезонно. И последняя масочка с виноградом, такая симпатяга, она будет у нас для интенсивного омоложения. Высокое содержание витаминов и мощное антиоксидантное действие. Защищает от преждевременного старения. Более подтянутая кожа и сияющая. Они много, где на каких масках пишут вот эти вот обновления, сияние, молодость. Но я клюнула, по-моему, была какая-то выгодная цена или акция. И бутылочки симпатичные очень. Еще у меня осталась, по-моему, одна масочка от Faberlic. Было их штук 5. Маски эти неплохие, но их надо смывать, потому что это вот лифтинг осталось. Какая-то липкость у меня на лице чувствуется. Вот от этих коробок и этих масок, которые не смывать, у меня такого нет. Поэтому, если не протереть, например, там тоником после маски, то какой-то дискомфорт. Но я не понимаю тогда, в чем весь смысл этой маски, если надо потом смывать. То есть он теряет, мне кажется, свою. Видите, смыть. Теряет свою пользу. Удалить с помощью влажных косметических салфеток. Как бы смысл немножко пропадает. Да немножко, по-моему, много. Ну, сиюминутное действие какое-то там разглаживание можно, конечно, добиться. Не сиюминутное, на пару часов, если вам куда-то надо, выйдите, например, и хотите чуть посвежее быть. У меня есть еще вот такие вот полоски. Лифтинг этот для глаз от Novasweet. Как бы патчи одноразовые. И полоски для носа, да, подбородка. Ну, я их, девочки, не очень понимаю. Они на мне как-то не работают, что ли. Я покупала вот один раз, попробовала, вот еще остались. Но больше не хочу покупать, потому что как-то не нравится. Это тоже невыгодно одноразовые брать. Проще покупать в большой банке патчи, типа, как на iHerb, вот эти вот корейские. Там тоже сразу их 60 штук в упаковке. Есть вот такая масочка, это российская маска, они не знаю, где еще продаются, я вот Каносе, когда делаю заказ, я их там беру, они там рублей по 45, ну то есть ну, неплохо, выгодная цена тоже, все здесь сделано по корейским технологиям вроде бы, да, но сделано в России. Обещания те же самые, что и везде, оттянутый овал лица. Заживляет микротрещинки, даже покраснение, неровности. Станут менее заметным. Надо попробовать, кстати, такую с гиалуроновой кислотой. Я пробовала красненькую такую. Ну, понравилась. Хорошая масочка. Еще я люблю вот такие маски, девочки, иногда использовать. Это релакс маска для глаз. Этюд Органикс. Это китайский бренд. Их можно использовать перед сном. После учебы как расслабление в самолете. Меня, например, они на сон пробивают. Когда открываете, она контактирует с воздухом и нагревается до 40 градусов. Ну, в то время, как обычная наша температура 36,6, да, то есть для нас это такой загревающий эффект они дают. И меня на сон тянет. Я даже как-то днем попробовала с дочерью прилечь и не заметила, как уснула. Вот такие вот масочки. Нравятся мне с хрюшками были. И есть еще даже одна такая вот, тоже Татьюта Органикс. Она так сделана симпатично. У нее, по-моему, даже эти хрюшечки вот тут нарисованы. Вот такие еще не скрывала. Но я думаю, они все по одному и тому же принципу работают. Аромат нежной розы, а эти вот без аромата. Видите? Вот такие масочки. А, еще, видите, у меня появилась сова вот такая. Сову я купила недавно в фикс-прайсе. 77 рублей она там стоит. В то время как вот этот поросенок 130 рублей вот конос стоит. То есть это дорого.
Если увидите фикс прайс, девочки, берите. Имейте в виду, что цена, то есть, в два раза меньше получается в фикс прайсе, чем вот, например, вот Канусе я брала. Один раз мне повезло и досталась за 15 рублей масочка из корзины в подружке. Если вы увидите там такую цену, и там будут такие тканевые маски, девочки, берите прям все, какие там только лежат. Было две, я их две взяла, потому что дешевле я еще не встречала. Вот на втором месте стоят по выгодной цене. Это вот когда коробки по акции берешь по хорошему ценнику. Тоже вот, ну, обычная тканевая маска, хорошая, нравится эффект. То есть, ну что, плохого можно сказать про тканевую маску? Ничего. И вот такая вот Snail. Тоже я ее брала в смысле, с улиткой Snail. Вот так же вот Канусе корейская разглаживает, восстанавливает, разглаживает морщину, восстанавливает тонус. Ее не надо смывать, держать, я думаю, также в Южной Корее 20-30 минут надо держать. Ну, стандартно все. Так, теперь, девочки, мы с вами перейдем к маскам, которые в упаковке, в тюбике находятся. Но прежде покажу вам, знаете что, вот такое масло, ой, масло, господи, мыло. У меня есть мыло от Эпью, я в подружке брала тоже, когда у них сниженная цена. Она идет с сеточкой, это мыло с вулканическим пеплом для очищения пор с сеточкой. Здесь идет сеточка в комплекте, вот такая вот, и мыло выглядит, сейчас я вам покажу. Ну так вот оно выглядит, как будто хозяйственное, да? Пользуюсь редко, забываю про него. Пахнет, ну, пахнет оно не как хозяйственное, приятно пахнет. Не могу, девочки, сказать вам про результат. Я это надо вот как в неделю хотя бы раза два-три пробовать, чтобы заметить. Но у меня нет таких вот сильно темных точек пока, поэтому я, видимо, ей не активно пользуюсь. Но помнится, я ее летом, по-моему, купила летом. Поры раскрываются, когда жарко, и какое-то желание у меня было ее купить, вернее, его купить, это мыло. Так, теперь давайте вот Эпью еще продолжим. У меня есть маска-пленка, тоже для очищения пор она идет, различных загрязнений. Я вот хочу оставить в коллекции вот такие тканевые масочки и вот такие вот для очищения пор. Много, знаете, ненужных, я вам сейчас покажу, без которых вполне можно обойтись, ничего особо не делающих. Еще от компании Пью у меня есть вот такой вот, это у нас будет пилинг, гель-пилинг для лица с экстрактом яблока и ахокислотами. Его я пока не открывала, потому что у меня есть пилинги 2 в употреблении. Сейчас я вам, девочки, их покажу. Давайте пока вот здесь прочитаем. Что здесь написано? Фруктовые кислоты содержатся. Отшелушивает. Ну, в принципе, стандартные пилинги. Сейчас я покажу вам, чем я пользуюсь. Девочки, раз уж про пилинг мы заговорили, вот такой у меня есть еще пилинг жидкий. Фруктовые кислоты. Здесь большое содержание кислот. Смотрите, 15% и 2%. И он действительно хороший, жидкий. Здесь, видите, пипетка. Даже есть какие-то ранки, он прям пощипывает. Как водичка сделан. От Авиналь я получала. Очень мне нравится. Серьезный пилинг. Его надо немного. Использую его сейчас раз в неделю. Может, иногда даже почаще. Очень им довольна. И еще пилинг у меня есть. Вот такой классный. Вот Арифлейм. Novage. Очень у них хорошая линеечка. Я ей довольна. У меня есть эмульсия. Я показывала как-то ее во влоге. И вот такой, в таком дизайне классном, прям как будто это люксовое что-то. Но он стоит, в общем-то, не прям дешево. 100 мл хранится он хорошо. Здесь, смотрите, год после вскрытия вот этого пилинга может вам хватить на 2 сезона. Допустим, осенью открыли, летом перерыв сделали, потом осень настала, еще его закончили. Как раз у вас будет год, пройдет. Кто-то и в летний период не бросает. Вот такая вот приятная, как бы, беленький он. Чуть-чуть как будто глина в нем чувствуется. Какой-то, знаете, он крем напоминает. Имеет легкий такой приятный аромат, ненавязчивый.
Очень нравится, девочки. Я его буду повторять, когда закончится. Еще не знаю, может быть, ее мне понравится лучше. Но пока вот очень люблю вот это вот средство. Теперь давайте мы с вами посмотрим на такие вот средства. 3 в 1 и 5 в 1, по-моему, есть еще. Я как-то к ним пока не сильно прониклась. У меня это будут вот такой вот 5 в 1 гель-скраб-маска чистой линии. Он используется, может быть, как умывание. Немножко скрабировать, оставлять на несколько минут, как маска работает. Вот он что обещает: матирование, борется с воспалением, улучшает цвет лица, без сухости кожи, сужает поры. Пробовала его. Серый такой, ну, как-то руки сейчас не тянутся. Не знаю, может быть, не распробовала. Еще подобные у меня есть средства от Нивея. Черная пенка. Здесь, смотрите, 3 эффекта в 1 применение. Снимает макияж, очищает поры, как маска, возвращает кожу сияние. Его можно как умывание использовать. Можно немножко держать, будет маска. Тоже серого цвета. Вот такого. Но пока тоже не знаю, не втянулась я в них. Можно сказать, пользуюсь редко. Может быть, я их еще просто не распробовала. Посмотрим. Еще у меня есть запечатанная тоже вот такая пилинг-скатка. Опять мы к пилингам вернулись. Это пропеллер. Многие любят этот пропеллер, девочки. Покупают. Часто я его в обзорах вижу. Я пока не пробовала. Его не открывала. Еще есть белорусские. Вот такая вот полирующая маска-скраб. Угольная линия, абсорбирует, выводит загрязнение, токсин, излишки кожного жира, черные точки, сужает поры. Прям много я набрала себе для черных точек, как-то вроде бы мне столько и не надо. Вот почему я и хочу сейчас сократить эту коллекцию. Есть еще из этой же линии Black Clean на основе глины и бамбуковым углем. Не сушат кожу они. Видите, они все обещают не сушить кожу. Это маска-скраб, а это глубоко очищающая маска. Белорусские они. Давайте посмотрим, что они нам тут пишут. Ну вот, такие вот обещания. Пилинг, который сейчас у меня еще в использовании, тоже уже почти заканчивается. Это от NovaSweet гиалуроновый пилинг-скатка. Мне нравится это средство, девочки. Оно вот такое, как гелеобразное. Вот. По лицу вы его разносите и начинаете катать. И он превращается в какие-то катышки. Ну, использую с удовольствием. В общем-то, можно было бы как-нибудь и повторить. Хорошее средство, мне оно понравилось. И от Эпью еще я вам не показала вот такую Fresh Matte Mask. Она у меня, это ночная, я ее пока не вскрывала тоже. Лица питательная с маслом ши. Видите, какой здесь состав интересный. Стимулирует синтез коллагена, улучшает цвет лица, защищает от ультрафиолета. Ну, летом хорошо было бы ее использовать, да? Но у нее срок хороший. Я ее 22-й год, видите, я ее на лето и как раз отложу. Есть еще маска-пленка у меня вот такая, Green Mama. Я ее брала в фикс-прайсе. Это просто гель такой прозрачный. Ну, иногда хочется, знаете, вот как будто шелушинки какие-то с лица снять. И вот эти маски-пленки, они, когда их срываешь, они как бы за собой тянут омертвевшие, в смысле, вот эти роговевшие кусочки кожи, частички. Они есть там в разных вариантах, еще какие-то другие я видела. Ну, я одну взяла, и мне пока достаточно. Плюс там еще у меня есть маски тоже такого плана, корейские. Больше пока вот не планирую покупать.
Сейчас покажу вам, девочки, то, что уже прям осталось на один раз. Это вот такая масочка лифтинг от Планета Органик. Она идет 3-5 минут действия. Ее не надо, ой, вернее, долго держать ее не надо. И я ей прям активно пользуюсь, потому что у нее уже срок подходит. И вот меня натолкнула как раз эта масочка на тему, что показать коллекцию, пока она у меня еще в таком большом состоянии находится, в интересном, чтобы, ну, чтобы потом не показывать три маски. Я, конечно, не стремлюсь к минимализму, но так много мне тоже не надо. Еще масочка, которая уже почти на исходе, вот такая вот от Vitex с расширенным признаком купероза. Девочки, никакой купероз не убирает, естественно, она. Ну вот неплохая масочка, я хожу как-то, знаете, лишний раз кожу почистить чуть-чуть. Пока вы ее смываете, я смываю таким спонжиком. Пока смываешь спонжиком, тоже какие-то частички старые, роговевшие, как бы стираешь. Ну вот такая лишняя процедура, ничего особо так не, я не заметила. Я повторять ее, конечно, не буду, но вот использую как бы не то, что с удовольствием. Но на, то есть без всякого негатива ею пользуюсь, но допользую ее и все, повторять не хочу. Довольно неплохо у меня идет вот такая масочка для сухой и нормальной кожи. Это тоже белорусская, Мертвое море, линеечка. Вот что она дает. Она как-то не сушит, вроде бы увлажняет. Но тоже из разряда вот таких вот масочек, которые, наверное, брать нет смысла особого. Я вот в идеале, как я уже, наверное, сказала вам 15 раз, планирую иметь маски тканевые и несколько штучек вот таких вот, которые чистящие. Чистят поры, типа вот таких. Или тоже мыло вот это вот, которое я вам показывала. Ну, что-то такое для очистки пор. Сейчас покажу вам, девочки, такую небольшую масочку. Очень она мне понравилась. Необычная. Ее я тоже заказала в Утконосе, когда заказ продуктов делала. Она стоила там какие-то копейки, рублей 50 или 70, не помню. Очень интересная масочка. Я ее даже в Инстаграм показывала. Кстати, если вы не подписаны на мой Инстаграм, обязательно подписывайтесь. Я там показываю покупочки даже раньше, чем они появляются на Ютубе. И много чего интересного там есть, что в роликах бывает не всегда я показываю. Вот, так вот, эту маску вы когда наносите, она имеет сильный разогревающий эффект. Держать тоже долго не надо, по-моему, минут 5 она держится. Действительно, вы чувствуете, как лицо напиталось. Я ее пробовала, да, 3-5 минут, классно. В те моменты, когда у меня усиленная была сухость лица, кожи, и я чувствовала прям эффект, мне нравилось, как лицо себя чувствует после вот этой вот масочки. Суперская. Если увижу, еще буду покупать вот эти 100 рецептов красоты. В Инстаграм видела, девочки тоже хвалят эти масочки вот этого бренда. И надо курс, видите, 7 применений проводить подряд. Хвалят эти маски, если какие-то другие увижу, то еще куплю себе. Так, то, что уже тоже почти на исходе у меня, девочки, это вот такая масочка суперпитание. Это тоже белорусский вариант. Ну, она мне нравится, девочки. Я ее пользуюсь ею с удовольствием. Единственное, что не могу сказать, что у меня от нее эффект такой же, как вот от этой. То есть как-то я такого прям вау-эффекта не наблюдала. Хотя вот после 100 рецептов прям вот поразилась. Даже побежала тут же в Инстаграм в сторис снимать и рассказывать свои вот эти приятные эмоции. И еще одна белорусская масочка. Нравится она мне. Ее я не знаю, буду повторять или нет, но хочу, наверное, да, чтобы она у меня была. У меня нет больше таких вот успокаивающих масочек. Это одна такая. Я слышала, девочки ее наносили после пребывания на солнце, как якобы она успокаивала, хорошо снимала красноту. Но я на солнце так вот не загораю в последнее время. Давайте я вам покажу, что здесь есть. И я бы вам ее, наверное, могла рекомендовать, даже в качестве, пускай, увлажняющей процедуры. Она стоит недорого, в районе стоили чуть больше рублей.
Ее я, скорее всего, куплю еще. Пускай будет в моей коллекции масок. Ну, то есть не в то, чтобы в коллекции, а если понадобится, чтобы у меня была подобного рода масочка. Еще одна есть. Я ее не сильно поняла. Это тоже недорогая, совершенно бюджетная маска, отбеливающая от Флорисан. Против пигментных пятен, устраняет пигментацию с фруктовым кислотом. Девочки, ничего не устраняет, у меня нет сильной пигментации. У меня есть одно пятнышко, которое давно я заработала на море, когда была. И больше не появляется. Но никуда оно не делось, соответственно. Даже несмотря на то, что я кислотами пользуюсь. Возможно, потому что оно у меня в зоне глаз, а я там сильно кислоты боюсь наносить. Поэтому оно как бы там и живет. Эту я не буду, девочки, повторять. Мне кажется, это из разряда бестолковых масок. Ну, есть и есть, кончится и все как бы. И последняя на сегодня масочка, которую я вам покажу. Но особо ничего сказать про нее не могу, потому как я ее еще не пробовала. Ее. Это Beauty Lab, Faberlic, детокс для лица с древесным углем. С углем у меня, видите, много масочек. Это небольшой объем, 50 мл. Ну, пока вот просто стоит, надо ее уже открыть, потому что Faberlic они долго не стоят, и уже начать пользоваться. Вот, девочки, вот такая вот у нас коллекция. Давайте я вам все сразу покажу, что получилось. Вот такой вот арсенал. И на этом все, девочки, я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, не забудьте подписаться на мой инстаграм, чтобы быть в курсе всяких новостей, покупочек и отзывов моих. Желаю вам всего хорошего, любви, добра, здоровья вам и вашим близким. До скорых встреч, пока-пока!